Так, комплект колесных редукторов на Toyota Land Cruiser 100. Заказ номер 52 2020 года. Так, что мы тут видим? Разболтовку, то есть поменяли на усиленную, на шестиболтовую. Сразу установили краны запора воздуха КамАЗ. Так, по оси задней в комплекте. Так, задние суппорта. Вот видите, с приводом под ручник, то есть они дисковые. Но ручник, то есть сохранили. Так, передние суппорта штатные. А диски тормозные Сурфа, потому что на 6 болтов. Так, передние вот штатным кулакам. Их установлены на штатные кулаки. Задние ставятся на штатный мост. Так, боком давай перевернем вот этот. Так, вот. Здесь вот отверстие крепления к мосту. Дополнительные косынки, которые приваривается к щелкам разборные. И сами вот суппорта. Вот таким образом. Так, и передний, давай покажем. Так. Вот штатный кулак, установлен к нему. Вот подкачка. Вот такой внешний вид общий.